горе объединило нас сегодня. Я так сочувствую тебя. О, все в порядке. Все в порядке. Я не Фрэнка оплакиваю. Нет. Мне кажется, у моего мужа роман с той брюнеточкой. Видела, как все на нее смотрели. Ну, некоторые смотрели на гроб. Да, я знаю. Я про то, что было после. А моя жизнь была застрахована. Заказное письмо для Евы Фентон. 50 тысяч. Как я проживу на них? Ты вроде сказала, что полис был на 50 тысяч. Верно. Но здесь 5 миллионов. Я умею считать нули. Это не мои деньги, Мэдди. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты не умеешь веселиться. Ты не грабишь банк, ты делаешь вклад. Все, что вам нужно сделать, подписать. Не беги, веди себя как обычно. Миссис Фентон, стойте! Я могу объяснить. Я первый раз вижу эту женщину. Они одобрили чек. Да? Юные дамы, не желаете ли поужинать сегодня вечером? Кто? Ну, мы с удовольствием. Итак, я ищу вашу мать. Она обналичила чужой чек в 5 миллионов долларов? Кошмар! Вы не можете арестовать ее, Блэкджек! Меня беспокоит ее рассудок. Она выглядит очень одинокой. Ух ты! Как скоро мы сможем это повторить, как думаешь? Ну... Нам нужен план. Полностью согласна. Но у тебя его нет. Нет. Ты знаешь, как хороша была моя попка? Да весь город до сих пор завидует. Я Чип. Я Мэдди. Скажите, вы смотрели фильм «Выпускник»? Нет. Хороший фильм. Молодость по страховке.